только сирийский народ будет решать судьбу Сирии. Это означает, что любая форма, как бы она ни называлась, федерализация, децентрализация, унитарное государство, должна быть предметом согласия всех сирийцев. Какая будет договоренность между сирийским правительством и всем спектром оппозиции о будущем устройстве Сирии, такую договоренность мы и поддержим. Ясно, что заявление о том, что кто-то будет исключен из политического процесса, противоречит позиции Совета Безопасности ООН.